Мистер Криспин, сдайте оружие. Ну, раз так положено. Осторожнее. Мистер Куин сказал, вы посмотрите товар. Я хочу знать, за что плачу. Итак, а вас? Чтобы мою покупку доставили сюда. Вот так. Где мне найти Поппи? Мистер Куин уже в курсе. Все хорошо. Она здесь. Итак, вас я приветствую на канале Asmodee Play. Безнадежный аккаунт или наличными? Хотите посмотреть девушек до начала аукциона? Заплатите вперед. Высший сорт будет позже. Не хотелось бы снижать цену. Да, все понял. Так, как я говорил, вы находитесь на канале без глупостей, не то прикроет эту вашу лавочку. Asmodee Play. И поэтому можете подписаться на мой канал. Переводи уже деньги, а то у меня на гангстеров аллергия, знаешь ли. Наблюдь, совсем скоро шеф от них избавится. Так, ага. А я говорю, если инфу кто-нибудь зовет, ни хрена не буду никого покрывать. Так что лучше пусть все прошло. Так, что у нас здесь имеется? Так. Пусть в этом году охрану обеспечивает Ирак и его люди. Вайс-Ройс. А что? Торговать наркотой в Ордсу не получалось неплохо. Я пообещал Ираку, что он получит еще больше. Он согласился. За безопасность будут отвечать его люди. Так, развалились. Так, это ты вообще кто такой? Недавно был на допросе. Обвиняется в коррупции. Это тоже временно не работает вообще, падла. Так, это душевно больная. Опа. Иммигрантка из Румынии. Ну, а? Все-таки будет реветь. Нифига. Ну. 19 лет. Тупая. Второй раз не взламываться. Ну ладно. Так, ты кто? Студентка балетной школы. 18 лет. Род занятий похищено. Господи, понятно. Так, здесь я был уже. Правильно? Так. Кто-то там кого-то что-то уговаривает. Понятно. Все с вами ясно. Блин, вот таких людей ненавижу, которые торгуют. Как это с живыми людьми торговать? Вы что, падла? Итак, давайте посмотрим, что нам предлагает сей аукцион. Это мистер Криспин. Куин уже ждет его. Вам будут представлены различные лоты, но кое-что в частном порядке. У всех есть индивидуальный номер. Это удобно. Кто-то любит смотреть на экран. Для вас все лучше вживую.
Я должен полностью насладиться вашим ассортиментом, так ведь? Рабыни. Господи. Давай. Мистер Куин ждет. Куин с Ираком наверху. Рация пока молчит. Но будьте начеку. Опа. Что-то жирненькое. Думаешь, меня легко напугать? Давайте посмотрим. А так все чисто. Так, кто это у нас? Это Тиховый. На входе тусовались копы. Там все чисто. Блин. Полный порядок. Так. Посмотрим. Отец награжденный ветеран боевых действий. Возраст 19 лет. Похищено. Ну, все тут похищены. Нет записи о рождении. Возраст 20. Беглянка. 18-20 лет, господи, все. Похищены. Ох, я бы вас всех перебил бы здесь. Как бы. Ой, ненавижу вас. Твари. Еще извращенцам продают. Одни извращенцы крадут, другие покупают. Всех, кто входит, перепроверяем. По два раза. Или даже по три. Так, мы дошли. Как ни крути, пропали ваши люди. Это риск. Тут охрана не спасет. Надо все отменять. Риск. Это показывать свою слабость. Спокойно. Делайте, что нужно. И не дурите. Моим парням стрёмно. Ваши люди – расходный материал. Главное – бизнес. Найдите тех, кто убил моих людей. Это все. Мистер Криспин. Давай. Прошу прощения. В жетоне забрали. Наш гость прибыл. Мистер Квин, боюсь, мне пора. Как вам спектакль? Вы про тот, что я застал тут? А, мой партнер, мистер Рак. Верный боец. Ну еще молод. Что вы видите там внизу? Живой товар. Извращенца. Демонстрацию силы. Мистер Ирак видит аукцион, видит награду. Мой опыт научил меня не быть ведомым. И не отступать. Не узнаю акцент, мистер Криспин. Надеюсь, у меня есть задание тебя завалить. Очень буду жаждать это. Я многому научился, чтобы стать тем, кто я есть. И удача тут ни при чем. Ну? Мистер Криспин, тебе не верят. Знаю, идем. Давай. Ближе. Тату. Под кожей установлен маячок. Эффективный бизнес превыше всего. Зашифрую сигнал. Уже? Да. Итак. Я подслушала разговор о Криспине. Они что-то заподозрили. Быстро уходи. Через подвал. А ты? Нет, я не...
Подожди, я чё не понял, а как меня раскрыли-то? Я ж ничего не сделал. Надо было дойти, я шел. Давай-ка вот это уберем. Опа. Так. Концентратор взял. Так, блин. Я без оружия. Блин, меня раскрыли опять. Ладно. Значит, будем чуть быстрее. Думал, меня там не должны видеть, по идее. Ну. Так. Нейтрализовать. Взять. Так, аудиофайл мы уже загрузили отсюда. Так. Спустились. А дела все хуже, надо валить. Ну-ка, давай-ка. Вот так. Опа. Я вас, падлы, извращу всех. Есть еще что-то? Что тут еще есть? Так, максимум. Так, что у меня тут есть? Концентрат только один. Ладно. Буду стараться перестрелять их всех тогда, кто мне помешает. Так, у меня задача какая? А где задача? Где задача-то? Незаметно скрой. А, незаметно. Найдите его. Незаметно, блин, плохо, что незаметно. Слушай, не работал найти Криспина. Он не должен уйти отсюда. Увидите, вяжите. Найди. Так. Не пугайте гостей. Так, это у нас что? Так. Ага. Готове. Как я его? Так, и куда мне тут? Давайте посмотрим. О, петушара. Не спать, понятно. Так, я сюда. Пока правильно, смотрите-ка, я иду. Каждый первый норовит убить. Пора обновить пушки. Все. Уходите. Да без проблем. Сам-то не хотел здесь задерживаться.
Под меня никто не ждет случайно? А нет, смотрите-ка, ждут. Пойдем, блин. Так, где у меня? Вот так, осколочная граната. Да не спрятался, я не виноват. Завалю и не заплачу. Брат, нарвался на пулю. Так, что у нас имеется? Мы не уступим, суки. Найди его. Конечно. Живо сюда, найдите его. Так. Камера, камера. И. Ни хрена не вижу. Проверю там. Тут нет. Проверю там. Черта здесь не вижу. Пойду посмотрю там. Нет, вы его напали. Спокойно. Тут голяк. Я иду дальше. Так, а кто-то, кто-то взрываемый, нет? Взрываемый есть? Давайте вниз. Ну этого ладно. Не спать. Больно, больно ты как. Так, здесь разобрались. Давай, давай, давай. Круто, да, взял? Где ты? Вон. Так бы выжил бы. Еще разок. Так, что у меня имеется? Винтовка. Так. Давайте смотреть. Блин. Ладно. Тогда тебя вручную захреначу. Тихо, тихо, тихо. Ага, размечтались.
Так. Давай, давай. Что? Что? Опа, опа. Ау, ау. Вы сами себя, что ли, уничтожаете там? Без меня. Ага. Ну там, значит. Ну ладно. На. Давай посмотрим, что ты можешь. Так, мы тебя-то можем так взорвать? Нет. Но у меня есть кое-что для тебя. Давай. Вот так. Теперь, что мы делаем? Сменим. Давай, где ты там? Сука, всех пацанов, блин, понимаю, умирать не хочется, а придется. На. Что у меня тут? Блин, я думал, боеприпасы. Так, что у меня имеется? Как бы самому себе не накосячить сейчас. Кто тут? Кто-то есть? Да должны быть. Такое поле боя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пора его завалить! Ни хрена себе вот эта подстава. Так, кто у нас еще? Так, у меня там еще люди, а? Нам сюда, сюда, сюда. Ни хрена тут нет. Проверю там. Давай. Так, посюда я не могу, да, уйти? Ничего тут нет. Пойду там, гляну. Вот, а там гляну. Ни хрена тут нет. Проверю там. Здесь пусто. Не пойду на точнее. Так, спокойненько, спокойно, спокойно. Да, иди. Нихера тут нет. Иду дальше. Здесь пусто. Пойду дальше. Спокойно. Кто-то где-то. Снайпер там. Правильно, снайпер. Так, и что нам делать? Так, давай-ка сюда. Не зевай.
И опа. Так, заблокировали. Все. Спокойно. Опа, опа, опаньки, опа, опа, тушеньки. Ага, сейчас. Хорошо стреляешь. Блин, это его не получилось подорвать-то. Значит, одного надо по-любому здесь еще внизу выстегивать. Так, не расслабляться. Так. Заблокируем. Бунк. На, есть. Есть. Кто где еще остался? Без вариантов. Я дам вам без вариантов. То пусто, то густо, вам не угодишь. Ну что ж. Давай. Я уже всех уделал. Осталось только... Все. Какой ранили? Где ранили? Ни хрена, иду дальше. Ничего тут нет. Пойду там гляну. Ни хера тут нет. Черт, бежал. Иду дальше. Будь на чеку. Давай. Вижу. Эй, хер знает, может показалось? Вот черт, он. Вот черт. Проверь сам. Давай. Выкрыть его, не уйдет. Где он? Найди его и убить. Ясно? Ясно. Ни хрена тут нет. Проверю там. Берегись. Ничего тут нет. Пойду там гляну. Давай, сходи. Так. Помехи ему можно организовать. Вот так я организую. Он ускользнул. Спокойно. Блин, их двое. Ничего тут нет. Пойду там гляну. Где второй? Черт, не тупи! На! Есть.
Не вздумайте упустить его! Пригнулся. Я поступил именно как ты и хотел. Так. Блин, это последний, нет? Все, вроде бы со всеми разобрался, как мне кажется. Мотоцикл. Тихо. На. Опа. Вот так вот. Я уехал от вас. Я от бабушки ушел и от дедушки ушел. 911, что у вас произошло? Завязалась перестрелка. В Бэрроус. Брэндон Нокс. Всем постам. Сообщение о выстрелах в Бэрроус и Брэндон Нокс. Кто рядом? Полиция найдет девушек. Итак, рисковый ход выполнено. Мне надо патронов прикупить. Где у нас ближайший магазин? Так, в разных точках города находятся портфели с неизвестным содержимым. Найдите покупателей, взломайте их девайсы. Пробирайтесь в их квартиры, чтобы найти портфели. Все понятно. Надо бы прогнать этих ребят через профайлер. Вы мне даром не нужны так-то, по идее. Это какой-то бонус очередной. Так, а мне надо... Что мне надо? Мне надо оружие. Наконец смогу прикрыть эту лавочку. Вот раз так. Всегда. Да, слушаю вас. Мистер Пирс, Джекс куда-то ушел. Я волнуюсь. Хотела звонить в полицию, но решила сперва набрать вас. Молодец. С ним так бывает. Когда он грустит, он любит поезда. Не волнуйтесь, я знаю, где он. Позвоните мне обязательно. Если не найдете его, звоните в полицию. Все будет хорошо. Правда. Вот так. В своем репертуаре не сидит на месте. Дебил, пацан. Весь в дядю. Весь в дядю. Отправился искать маму. Ну куда? Только что его дебилом назвал. Он весь в дядю. Сейчас к нему скоро приедем. Сначала оружие, потом он. Именно в таком порядке. Мне надо-то всего лишь... Ну, хотя он не критичный у меня, конечно, но, тем не менее, лучше пусть будет, чем пусть не будет. А чё вы легли-то? У меня оружие при себе нету. Ну, в смысле, не достал же. Держись, парень, я тебя найду. Нет, не может быть. Так. Эй, все в порядке? Все. Я все взял. Больше мне здесь ничего не надо. И теперь мне надо. Ой, как далеко-то мне надо. Ну-ка, давайте-ка на пирс. Вот буквально позади меня река. Какого хера? Будем искать. Катер. Так. Работяги. Как я? Так, пирс есть. Катера нет. Понятно. Тихо. Вон он, катер. Увидел я его. Ну, для вас давайте мотанем. Как я буду добираться до пацанажа, неинтересно. Телепортируемся. Итак, мы почти
добрались. Да, я вот на лодке именно так. Ну-ка, пошли вон. Не трогайте их. Хочу и трогаю. Вот так вот он. Испорчу вам пикник еще. Засранцем. Опа. Блин. Извините, пардоньте. Так. Давай-ка. Опач, 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 опа. Ага. Итак, миссия. Пример для подражания. Окей. Какого черта там делает Джексон? Это фургон Росина. Он думает, там его мать. Это точка мафии. После кутерьмы на аукционе охрану усилили. Ну, мы сейчас ее разусилим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Устраните всех врагов. Да без проблем. Так, что у меня есть? Ловушка. Хорошо. Где спать? На. На. Так, где-то вот здесь вот еще. Так, идем сюда. Окей. Выдерну чеку, как ты говоришь. Вот так. Не расслабляться. Вот так. А то я не видел. А ну выходи. Хорошо. Ты наверху? Блин. А у меня задание устранить всех. Ладно. Давайте, немножко осталось вас. Так, еще, я как понимаю, выше. Сначала разберусь с ними, потом найду Джекса. Блин, как вы трудно. Что с ними разбираться-то? Вышел по шеям, надавал. А он спустился. Я поднялся, он спустился. Давайте ищем. Все. Ну. Что, сейчас от них обороняться еще? Так, я что-то сделал правильно. Как я понимаю. Все? Ой-ой-ой. 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 Я там напортачил, что-то накосячил, что ли, или как? Даже не вижу. Ладно. Но если напакость, вот это хорошо. Давай, паренек. Ноги в руки и валим отсюда. Да, пример для подражания. Это я. Посмертно, Джекс. Идем, Джекс. Руку. Давай. Мелкий крысеныш. Вот так. Идем. Джекс. Что я наделал? Как я мог? Я убил всех. Замечательно же. О чем я думал? Превосходно. Как я мог? Легко.
Ну что ж. На этом, я думаю, все. Мы увидимся в следующем ролике. А сейчас пока досматривайте данный сюжет. Я многое хотел объяснить. Прости за все, Джекс. Знаю, тяжело. Послушай. Пока я занят плохими людьми, тебя нужно спрятать. Это даст мне силы. Я как целитель. Да, так и есть. Только мы не в игре. Послушайте. Если не объявится его мать, я звоню в полицию.